Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что же, Египет мы с вами прошли и отправляемся на пиратскую локацию, да? Море пиратов. Ну что же, первый уровень, поехали. Думаю, ну, на первых уровнях ничего сложного не будет. Так, опять тут появляется Дэйв Красный Нос. Что-то тут нам объясняет. И у нас, конечно же, зомби-пираты. Ну что же, давайте берем с вами подсолнухи. Беру бумеранг. Дальше нам, наверное, что взять? Слушай, а может быть нам лучше... Нет, мы уже взяли с тобой подсолнухи, так что обойдемся. Так, возьму я сюда орех. Возьмем скорострела. Возьмем, наверное, с вами бонг-чой. И, наверное... Я возьму сюда капельку заморозку. Ну, вот таким вот образом. Ну что же, друзья, давайте, наверное, посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Естественно, начинаем с рассады наших подсолнухов. Вот здесь, конечно, мне не совсем нравится вот это вот место. Я надеюсь, здесь нет никаких водяных зомбарей, которые могут тут проплыть, а потом вылезти. Я очень сильно на это надеюсь. Так, пошли, пошли уже пиратики у нас. У нас пошли пиратики, а у меня, как видите, не хватает солнечной энергии, чтобы я... Вот, бонг-чой. Давай мы его сюда поставим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ё-моё, я совсем забыл. Я совсем забыл, что он у меня был с суператакой. Ладно. Также у меня, кстати, и орех с суператакой. Ну, у ореха не супер атака, он, по-моему, ребята, облачается в броню, да, в металлическую. То есть он как бы себя укрепляет. Что это за звук такой сейчас был? Что это был за звук такой странный, пугающий? Так, что-то пират какой-то очень сильный, да? Ну, мы его разобрали. Они даже там что-то подпевают, я смотрю. Давай. Отлично. Так, вот это мне, конечно, немножко не нравится. Давай поставим сюда с тобой, наверное, вот так вот орех. Пускай он стоит. Он вот тут замучится сейчас, конечно, лопать. А мы с тобой поставим еще бонг-чой. Пускай он бомбит. Шикарно. Так, мы получили с вами листочек. Он нам пригодится. Выставляем дальше с вами наши, как говорится, подсолнухи. Что мы с тобой сделаем? Вот сюда я на всякий случай установлю орех. И дальше подсолнух. Так, куда ты собрался прыгать? Твою же налево. Заморозили. Давай, бомби его быстрее. Отлично. Ну, я вам еще раз говорю, ребят, первый уровень, он будет самый простой, так что не паникуем с вами. Давай. Хобана. Нормуль. Все у нас тут хорошо. Сразу же голову ему снес. Молодец. Ничего не скажешь. Так, давай-ка вот здесь, наверное, с тобой сделаем так. Бежит огромная волна зомби. И вот так вот сделаем. Где у нас эта огромная толпа зомби? Я не вижу в упор. Слушай, ну бонг-чо нормально справляется здесь один. Вон нам еще и, как говорится, маленький горшочек выпал, да? С рассадой. Мы сможем с вами что-нибудь посадить. Окей, еще. Ну тут, да, тут, конечно, шикарно. Тут тебе очень дают много листочков, да. Как бы переживать по этому поводу вообще не стоит. И, судя по всему, это последний зомби. А, вот, последний зомби. Сейчас мы его с вами уничтожим. И этот уровень будет пройден. Все. Денежек 4660. Так, и нам достается с вами кукурузка. Кукурузка практически... Как и капуста, также бомбит. Только единственное, что она может, по-моему, то ли приклеить его врага, то ли еще что-то в этом роде. Ну, а мы с вами продолжаем. Так, я вижу, у нас здесь зомби летающий какой-то. Он может пролететь, что ли? Так, берем с вами, ну, это все по стандарту. Возьмем бумеранг возьму. Возьму на всякий случай кукурузу. Ну, естественно, не обойдется у нас дело без нашего ореха. И нам, наверное, нужно... Вот я не знаю, или скорострела взять.
Но у нас есть бумеранг вроде бы, да? Или же взять нам морозку вот эту вот. Или капусту. Давай капусту возьмем. Давай с тобой возьмем капусту и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, день второй. Выживаем, как можем. Тут вся проблема только в одном. В солнечной энергии. Мы можем с тобой ускорить, да, маленько? Тихо, тихо. Или что это я ускоряю, не могу понять. Так, давай-ка мы с тобой поставим, наверное, кукурузу. Здесь вот так вот сделаем. Заодно и посмотрим, как эта кукуруза. Вот, видите, ребята, что-то она такое бросает на лицо. И он обездвиживается. И он обездвиживается. И в этот момент мы его убиваем. Так. Ну что, давай, наверное, сюда поставим еще тоже кукурузку с тобой. И вот так вот орех. Пускай он защищает. С подсолнухами у нас вроде бы все нормуль. Мы разобрались. Теперь надо нам с вами выстраивать нашу защиту. Вот здесь обязательно нужны орехи. Тут, судя по всему, будет пират, да? Перепрыгивать. Значит, мы с тобой сделаем так. Сюда я ставлю бончо и орех. Еще не забывайте, что здесь будут летающие у нас. Вот, вот. А бончо, наверное, его достать не сможет. Ну, поставим сюда кукурузку на всякий... Ой, кукурузку, капусту. Ага, капуста достает. Капуста достает. Так, тихо. Что-то мне вот это совсем не нравится. Немножко пропустил здесь. И это может быть чревато для меня. Давай, уничтожили, да? Шикарно. Зомби, что там? Орет, бубнит. Давай сюда вот поставим с тобой, наверное, да, капусту. Орех вот сюда надо выставить нам, на всякий случай. Так, еще не легче. Летят, летят утки. Давай, наверное, вот сюда поставим. И кукурузу здесь влепим. Так, ну, по крайней мере, эти летающие, они не такие сильные и крепкие, как я думал. В общем, с ними мы справимся. Так, бумеранг у меня стоит. Все отлично. Так, я получил новое достижение. Нечастое, 1000 опыта. Что значит нечастое? Так, орех вот сюда вот выставим. Что же еще-то сделать? Я не могу понять. А это-то какого лешего здесь... делает, а? Вот так вот. Как он появился-то здесь, непонятно. Ну что, это у нас, да, ребят, это последний зомби. Сейчас мы его уничтожаем, и уровень у нас пройден. Уровень пройдем и посмотрим дальше, кто нам там будет доставаться на следующем этапе. Все, зомби упал, мы получаем деньги. Конечно, крохи зарабатываем, но тем не менее. Уже почти 5000 голды я насобирал. Так, подожди, давай-ка мы с тобой лучше выйдем вначале на карту. Я просто хочу посмотреть кое-что. Хочу посмотреть, что у нас там вообще будет даваться по этапам. Так, мы перешли с тобой на третий. Ага. Вот оно что, смотрите, друзья мои. У нас с вами здесь будет уже Шабдраган. Тут у нас что? Пината, приз. Окей, здесь у нас Спрингбин. Угу. Ну что же, неплохо. Неплохо, давай попробуем с тобой пройти третий и четвертый уровень. Хотя это не четвертый уровень, да. Мы третий проходим, просто будем продвигаться. Так, что ты? Пушку нам дали. Вау. Слушай, и что я должен здесь сделать? А, нажимать? Окей, понял. Я должен просто кликать. Вот такие задания я вообще обожаю, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой, пушечка! Твою же налево. А что так долго перезаряжается-то она? Блин, какой-то горелый. Ай-яй-яй. Как бы тут не сфейлиться еще. Ха-ха. И сколько это будет продолжаться? Ай, кажется, ребята, у меня проблемы сейчас будут.
Ну давай, 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 летай тут, летай. На-ка, блин. Как этот-то выжил? А ну-ка, если вот так, о, хорошо. Зарядил. Так, давайте в кучку как-то вставайте. Я не знаю, чтобы я вас всех тут нахрапом просто бомбанул. Не надо пролетать. Да что ж ты будешь делать-то, а? Блин, их очень много, друзья мои. Очень много. Что? Какая волна зомби еще? Блин, ну... Да ну, хорош, вы что, серьезно, что ли? Посмотри, сколько их здесь. Слушай, а может быть, они не будут пролетать за пушки? Может быть, я просто должен тут так вот подстрелить и все? Нет, по-моему... Не пойму, ребят. Будут они пролетать или же нет? Ну, отлично. Так, давай, давай вот этих вот. Опа! Давай здесь, наверное, шмальнем. И вот это, последний. Фух. Так. Это нам очки начисляются, да? Прошли? Ну, по идее, прошли. Да, ребята, Sharp Dragon мне достается. Этот дракон, по-моему, пускает огненную струю, да? По земле. По-моему, так, если я чего-то там не путаю. Ну что, давай тогда следующий уровень с тобой попробуем. Так, что у нас там? Что это за пират? С ведром. Ну, давай возьмем, наверное, вот этого Sharp Dragon. А, я могу его улучшить. Давай улучшим. Вот, дамаг 35. Окей. Возьмем с вами подсолнух. Возьмем бончой. Бумеранг я возьму здесь. Орех. Так. И, наверное, кукурузу. Блин, почему так мало ячеек-то у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего шестерых могу взять. Блин, я хочу еще одну ячейку открыть себе. Что-то как-то кисленько так. Мне не нравится. Ну что, где, кто там? Давай, выходи по одному. Не, пока не выходи, у меня солнечной энергии мало. Нет, все, уже поздно. Уже бегут охламоны, уже бегут вон. Так, давай с тобой сделаем. Давай протестируем. Насколько он хорош, этот дракончик у нас. Вот, вот, ребят, видите, он такую огненную волну отправляет. Это очень классно, кстати. Если брать в расчет еще то, что можно поставить орешек, да, впереди. Ну, орех, он везде крут, на самом деле, орех. По-моему, будет еще какой-то лучший орешек. Я могу, конечно, ошибаться. Эту игру, вторую часть, я ее не проходил. Ее вообще, по-моему, пройти невозможно. Нет, основную кампанию, наверное, можно пройти. Но так как тут все время ивенты, всякие дополнительные задания, то есть эта игра практически бесконечная. Постоянно ты что-то улучшаешь, усиливаешься, укрепляешься. Ну, в общем, вот так вот. Так, подожди, дай-ка я вот сюда, наверное, орех поставлю. Что-то мне не нравится этот пират. Слишком наглый. И бончо будет прикрывать. За орехом обязательно лучше кого-то ставить. Обязательно. Так, что-то вот это вот мне не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, все-таки успели подбить. Давай, наверное, мы с тобой сюда вот орех поставим. На всякий случай. Пускай он будет защищать. И вот здесь надо будет влепить орех. Так, спасибо за листочек. Спасибо за листочек. Ой-ой-ой-ой-ой, уже понеслась, да? Он сейчас будет прыгать сюда, давай, быстрее. Бончо, накостыляй ему. Давай сюда вот выставим с тобой. Орех, 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 орех. Я вот сюда вот поставлю. И давай еще бумеранг, наверное, влепим. Блин, они там что-то... Орешек-то быстро мне сейчас раскурочат. Давай, наверное, еще поставим кукурузку здесь. Угу. Маленький горшочек мы с вами получили. Ой, елки-палки, что-то я здесь-то совсем просмотрел. У меня здесь орех уже давно съели, что ли, получается? Получается так. Блин, он не справится здесь один. Да елки-палки. Давай с тобой сделаем вот так вот. Sharp Dragon. А, вот, вот так вот мы с тобой лучше сделаем, да. Пускай лучше бомбчо будет здесь стоять и бомбить. Так, куда нам еще? Вот сюда нам нужно с тобой орешек поставить. Пока все хорошо, ребят, пока все удачно у нас складывается. Никто пока не проходит. Но волны ты сам видишь. Оу, только сейчас увидел, что у нас там закончился орех. Что он делает? Ах, вот как.
Слушай, ну неплохо. Неплохо он отжигает. Так, и все. А, нет, вот еще вот этих вот зомбарей мы сейчас с вами уничтожим. И, в принципе, этот уровень у нас будет пройден. Этот уровень у нас будет пройден. Так, спасибо за листочек. Ну, давай, давай. Эй! Да что ж такое, ты посмотри. Дай сюда вот так вот поставлю. Вот этот зомби с ведром на голове напоминает мне того зомби, да, обычного, который с ведром на голове, с железом, а этот только с деревянным. Мне бы, знаешь, какое растение бы не помешало здесь, которое стреляет назад. Ну что, все? Ух ты, мы с вами получаем какое-то сокровище. И что же в нем? Покажите, пожалуйста. А оно не откроется, да? Ну, Дэйв, это я понял, что ты там радостный. Мне хотелось, честно говоря, посмотреть, что... Ух ты. Так, мы с вами зарабатываем пиньету, да? Давай глянем, что нам выпадет. Так, денежка сколько? 500 монет. Ага. Три карточки на шарп дракона. А нужно 75 для следующего уровня. То есть нам долго копить придется. Три карточки на кукурузку. Ну, тут уже лучше. Так, все. Выполнили, да, мы с вами это задание. Ух ты, может быть, вот в это сыграть, ребят? Тут пиньета разыгрывается. А? Как ты думаешь? Давай сыграем. А, так это у нас все равно, это у нас в мире, да? Мы с вами все равно в любом случае получим. А вот здесь вот я не прошел, знаешь, какой ивент? Не смог, не осилил. Вот это, ребят, ну это вообще жесть какая-то там пошла. Видишь, две прошел на ступени, а на третьей остановился. Просто не смог, не осилил. И вот это вот я не понял, что вот это за конфетки такие? Для чего они нужны? Тоже для меня непонятно, если честно. Ладно, давай мы с тобой... Как, этот сундук я не могу, да, ничего с ним сделать, я так понимаю. Хорошо, давай выйдем с тобой, наверное, на карту. Или сразу приступим к миссии, к выполнению, а? Ух ты, что это такое? А, все, я понял, ребят, это дополнительные просто уровни у нас, да, здесь? А мы с вами в данный момент переместились на пятую миссию. Мы ее проходим, забираем пиньяту и переходим на шестую. Ну что ж, не будем долго здесь задерживаться, естественно, будем приступать сразу же. Чем больше миссий мы пройдем, тем сильнее будут наши растения. Ну, если, конечно, мы будем с вами получать на них карточки. Так, что у нас здесь? Покажите мне еще... Чего так быстро показали? Даже не успел разглядеть, кто там был, ё-моё. А, и у меня по умолчанию. То есть, что дали? Тем, как говорится, и развлекайся. Понял. А дали мне здесь вишенку, морозилку, дали мне здесь кукурузку и орешек. Да, попробуем выжить. Попробуем выжить с вами, друзья мои. Так, орешек я сюда вот, наверное, поставлю. Что он там говорит? Там зомби, зомби, елки-палки. Это же надо кому-то в голову пришла такая идея, да, ребята, что, чтобы растения дрались против зомби. Такого даже в фильме нельзя было придумать, а вот придумали игру такую. И прикольно, и эта игра очень в свое время хайпанула, стала популярная. Она не только у нас на Android-системах, да, у нас есть и ПК-версии этой игры. Очень прикольная. Вышла уже третья часть, я... Почему-то вначале в нее мог играть, а сейчас, после обновления, которое меня попросили, пишет, эта игра недоступна в вашей стране. Че за бред, не понимаю. Так, ладно, ставим сюда кукурузку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капелька, давай-ка заморозим мы с тобой этого пирата, чтобы он тут нам не мешал. Я не знаю, вы вдвоем справитесь против него? Или нам придется... А что нам придется? У меня даже ничего нету. Я не... Вот, мы можем с тобой... сделать вот так. Орешек выставим, и он уже никуда отсюда не уйдет. Так, вишенку, если что, ребят, мы можем с вами использовать. Но пока не стоит. Блин, я одними кукурузками здесь, по идее, должен как-то справляться. Одними кукурузками, то есть... Ай-яй-яй. Еще один чудик прилетел.
На тебе в лицо. Я не знаю, чем она стреляет. Что это такое, друзья? Какая-то, не знаю, жижа. Так, тихо. Стоять на месте, бояться. Что там? Что? Волна? Волна собирается, да, на меня идти? Да. Собирается огромная волна зомби идти. Что же делать? Защищаться, что делать? Давай-ка мы с тобой вот так, наверное, применим. О! Так, забираем это все. Забираем это все. Сюда мы поставим. Вот сюда вот поставим орех, потому что они тут прорываются, как вы видите. Вишенку, точно. Вот и все. Сразу там полегло дюжина зомбиков. Так, вот здесь вот, конечно, мне не нравится совсем вот этот орех. Они сейчас его просто разгрызут. Так, капелька стоит. Прикроем орешком пока здесь. Не будем, как говорится, сразу ее тратить. И кукурузки. У меня нету, да, солнечной энергии, чтобы я мог использовать вишенку, а в принципе, я думаю, ей не нужно. А, нет, подожди, еще будет волна одна. Ой-ой-ой, радоваться-то пока еще рано, оказывается. У нас будет заключительная волна. Так что, воу, летят птички. Давай вот так с собой сделаем. Капельки понатыкаем, чтобы все у нас тут было тип-топ. Не, ну, кукуруза, в принципе, хороша, но в то же время, ну, как-то я не знаю, ребят. Вот она, гигантская волна ползет, поэтому давай мы с тобой вот так сделаем. Окей. Подожди, как вы прорвались-то, а? Так, иди сюда. А, у меня уже все тут фул. Фул листочки. Давай мы это все соберем и еще разок бомбанем. Ну, и еще разок бомбанем. Ты посмотри, а. Какие они крепкие. Я сколько раз сделал суперудар, да? О, еще один горшочек нам выпал. Ну, давай еще разок бомбанем тогда уж. Да, люто. Смотри, стреляем по нему. Давай вишенка его тогда. А, все, поздно. Поздно. Ну, дайте мне, пожалуйста. Во, пиньята. И у нас все сохранено. В принципе, нам еще должны за это дать денежку. Да. Угу. Ну что, давай посмотрим, что у нас в этой пиньяте спрятано. Денежка, 100 золотых, ну это мало. Ага. А, ее нужно еще открыть. И это нужно еще открыть. Я-то думал, что мы сейчас с вами их получим. Нет. Всего лишь по 3 карточки заработали из 7. А что тут нам хотят предложить? Давай посмотрим. Может быть, что-то посадить или что-то уже там у нас готово, нет? Да, да, я хочу вот сюда посадить. Что у нас тут? Орешек. Давай польем. А здесь вон что, тоже польем. Ну что, я могу, в принципе, взять горохострела себе и бумеранга. Давай возьмем, наверное. И этого тоже заберем. Окей. То есть у нас будет горохострел, если мы будем его высаживать, да, он сразу будет у нас с ультой. Так же, как и бумеранг. Сразу будут применять свою суперсилу. Ну что же, а у нас с вами следующий уровень. И это 6-й. И это 6-й. Окей, поехали. И посмотрим, кто у нас здесь будет. Так, опять эти злобные пираты. Опять это летающие и с ведрами на голове, да? Ну что же, здесь, по крайней мере, мне дали свой выбор. Ты посмотри, сколько здесь растений. Просто жесть. Если сравнивать первую часть, мне кажется, в первой части немножко меньше. Так, ну что, возьмем с тобой, наверное, шарп дракона, да? Что нужно сделать-то, а? А, я могу... А, давай! Конечно же. Ёлки-палки, за 2000 монет я открыл, ребят, себе еще один дополнительный слот. Наконец-то. А вот этого я тоже могу, да? Ага. За 379 рублей, будь добр. Да... Ты жестко. А ведь я же должен их, наверное, в игре как-то получить без доната. Ладно, потом посмотрим. Ребят, берем с вами бончо. Берем с вами подсолнушек еще, да? Также нам, наверное, пригодится бумеранг здесь. Горохострел. Только какой у нас усиленный? Вот этот или вот этот вот? Я не помню, это прикинь. Я не помню, какой у нас горохострел. Блин. Ладно, оставим этого. Возьмем кукурузку с тобой и орешек. Все, ну в принципе, ребята, неплохо. Неплохая у нас команда здесь с вами
получается. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Ну, естественно, начинаем с рассады наших подсолнушков. У нас с вами шестой денек. Да, скоро неделька, как говорится, пройдет, как мы воюем против зомби, пиратов. Так, кто, где? Вот, давай заодно и проверим. Ребята, я немножко лопухнулся. Не того я взял горохострел. Значит, все-таки тот, который ускоритель. Скорострел, да? Понятно. Ну ладно, блин, ну лопухнулся, что ж поделаешь. Будем так вот как-то выживать. Слушай, мне не нравится. Он хороший, конечно, зомби, в плане того, что он листочек в себе несет, но мне бы его подбить-то. Так, закупорь его, пожалуйста, закупорь. Ай-яй-яй, прорывается. Где все солнышки, блин? С солнышками проблема какая-то, просто-напросто. Вот, понимаешь, они не хотят мне их давать. Ну, где энергия ваша, солнышки? Вот, наконец-то подбили. Отличненько, отличненько, все хорошо. Выставляем сюда кукурузку, сказал я. И все, подсолнухи больше мне пока не нужны. Сюда поставим бумеранг. О, он же сразу выстреливает. Совсем забыл, ребята. Совсем. А, тихо. Блин, и там еще. Эй. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, горелый. Так. Придется вот так вот, ребята, сделать. Но другого варианта я не видел. Так, сюда выставляем. Они очень быстро мне что-то этот горох там съедают, посмотри. Блин, горелый, что же делать-то, а? Что? Волна уже идет? Да подожди ты со своей волной, я еще тут не это, не готов встречать волну. Я потратил два суперудара. На что, спрашивается? На просто так. Так, тут летят, там летят, со всех сторон летят. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, мне нужен... Что? Да мне все нужно, понимаешь? Все здесь нужно. Вот, орех. Орех. Немножко задержим. Надеюсь, задержим. Слушай, тут еще этот с ведром на голове идет. Он уже жесткий же, чувак. С ведром-то на голове, да? Вот, дали мне кое-что. Давай мы с тобой, наверное, вот сюда вот бомбанем. Еще один. Слушай, может быть, справимся как-нибудь. Фух. Найс. Так, хорошо. А здесь у нас бумеранг. Бонг, чё, давай, бомби, бомби их. Так, сейчас будет еще, по-моему, волна, да, я так понимаю. Зеленых зомби нету, да, с которых мы могли бы с вами листочек взять. Это плохо. Это плохо, что нету. Так, давай так вот сделаем с тобой. Тут прорываются. Друзья мои, они про... Вот, вот, есть один. Один, ну мы, нам надо успеть как-то его, я не знаю, подбить. Чтобы мы смогли от него листочек этот забрать. Он что, бомби, хотел сказать. Какой бомби? Бомби здесь. Наяривай, наяривай. Его съели, что ли? Ой-ой-ой-ой. Так, давай так попробуем. Блин, они съедают. Есть, я листочек забрал. А что мне листочек-то даст? Еще один. Давай вот так попробуем. Кукурузка, не подведи. И вот так бумерангом еще с вами покромсали. Неужели? Неужели у нас получилось все? Или не получилось, ребят? Я даже шарп дракона не успел, представляешь, использовать. Вот этого вот. Вот так вот, делай выводы. Ну, ты будешь... Конечно, будет он там что-нибудь делать. Да что ж такое? Он, этот зомби-то, он же сильный. Это зомби... Да, хорошо, что ему на лицо вот эта фигня прилетела. Он сейчас будет немножко тут стоять. Опешиваться, да? Так, я могу, знаешь, что сделать? А-тя-тя-тя-тя. Давай вот так, орех. Блин, подсолнух, ты уже здесь нам не нужен. Это я тебе точно говорю. Нам нужно защиту здесь делать. Фу, ну что, подобьем или будем смотреть на этого зомби? А, их там два. Бедный орех, кромсают его беспощадно. Так, одного мы с вами здесь одолели. На самом деле, здесь лучше ставить бонг-чо за орехом. Почему? Он эффективнее, чем этот кукуруза там или еще тот же самый горохострел. Ну что, мы с вами взяли шипы. Это ложится на землю, да, и зомби, которые по этой фигнюльке проходят, получают урон. Так, у нас с вами следующий уровень, и здесь зомби с бочкой. Твою же налево. Ладно, берем это, берем подсолнух. Может, нам взять вот такой подсолнух, а?
Не знаю, если честно. Возьмем бон. Че? Орех, обязательно орех. А тут что? Ё-моё, это на один уровень мы только с вами открыть можем. Блин, а я думал на совсем. Угу. Вот так вот лопухнулись. Точнее, лопухнулся я, ребят. На один уровень, да? 2000 тратишь только лишь тогда. Все, я понял, вопросов нету. Ну что, шарп дракона возьмем. Как-то вот не айсово у меня получается здесь на самом деле. Берем скорострела. Все, ребят, вот такой командой будем сейчас с вами драться. Тяжело будет, базара нет. Но другого я не могу ничего здесь предложить, к сожалению. Ну что, седьмой день, ровно недельку мы с вами уже воюем. Выставляем наши подсолнышки и ждем, как говорится, беды. Ждем беды. Идет, да? Идет. Аглоед. Ну, мы можем с тобой что сделать? Мы можем с тобой поставить Бонг-Чо вот сюда, вот, например, да? Прикрыть его орехом. Первый, как говорится, зомби попал под раздачу. Так, вот этот зомби хороший, хороший, он мне нужен. Поэтому нужно сейчас накопить энергии. Ну, ё-моё, ну как же это все долго, а? Так, а может быть, вот так вот сделаем, а, ребят? Да ну ты, ё-моёшечки. Получает урон? По-моему, получает пока еще, да, урон? Он стоит, да, он получал урон и крякнул. А мы с вами выставляем еще одного Бонг-Чо. Слушай, ну это усиленный зомби, я вряд ли сможет Бонг-Чо его пробить. Но я знаю, кто может пробить. Я знаю, кто может пробить. Вот так, давай, поставим орешек с тобой. У нас есть скорострел, который у нас, естественно, будет выходить с ультой. Выходить с ультой. То есть мы его ставим, он сразу будет эту супер атаку делать в то же время, как вот при листочке. Так, все, с подсолнками пока мы закончили. Так, тихо, летит. Летит зомбарик, да? Летит зомбарик. Мы с тобой сюда кого поставим? Ну, естественно, Бонг-Чо мы здесь ставим с тобой. Он хорош. Он элегантен. Он, естественно, боксер. Тренировки его зря так просто не проходят. И смотри, перед каждым орехом нам выгодно, друзья, выставлять вот эти самые шипики. Почему? Потому что пока они лопают орех, эти шипики наносят им колоссальный урон. Он с бочкой, а с бочкой он случайно... Ага, он давит эти самые шипы, ты понял? А я не знал. Серьезно тебе говорю, я этого не знал раньше. Что он бочки шипы. Это значит, нам нужно сюда везде шипы расставить. Так, что еще нам нужно сделать? У нас с тобой есть шарп-дракон, которого, естественно, нужно поставить вот сюда. Красота ты моя, шарп-дракончик, молодец. Люто делаешь, люто. Так, что еще нам здесь? Тут шипы исчезли почему-то. Это не должно быть так. Еще листочек нам выпал. Ну что, теперь можно, в принципе, ставить и скорострел. Точнее, нужно накопить на них, а потом уже вот так вот. О, видишь, вот отлично. Очень хорошо. Вот это мне, конечно, немножко смущает. Ладно, мы сейчас с тобой что-нибудь покумекаем. Вот здесь вот надо сделать какую-то усиленную, так скажем, защиту. Мы сделаем с тобой, наверное, шипы, на всякий случай, если вдруг кто-то там пробежит, да, каким-то чудом. Хотя, мне кажется, никто тут уже никуда не пробежит. Подожди-ка. Давай так вот сделаем. Мне пришлось потратить, потому что иначе я бы листочек профукал. У меня не было уже места. Так. Слушай, ну эти шар-драконы, они тут сейчас втроем, смотри, какую территорию будут обхватывать. Они будут просто всех сейчас тут сжигать. И это на самом деле очень круто. Так, подожди-ка, вот это мне не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай вот так вот сделаем. Они, смотри, они прошли, они здесь уничтожили. Так, это мы убираем с тобой, ставим сюда орех. И здесь, кстати, тоже у нас нет ореха. Так вот, вот так вот происходит, ребят. А, мы прошли уровень. Так, нам какая-то выпала записка. Естественно, она будет не переведена. Точнее, она будет по-английски, я не смогу понять, что там написано. Ну ладно.
Видимо, ага, клад. Клад тут какой-то у нас. Ну, естественно, Дэйв тут обрадовался и, наверное, захочет посмотреть. Ну что, дорогие друзья, у нас тут Хэйр Фэлов, капитан. Ну, Дэйв, естественно, тут что-то пужанулся с Лиганцухи. Контини. Да, о, елки ты палки. Это что там за гигант с акулой в руках? Сейчас на меня побежит. Я не знаю, ребята, что нам надо делать. Но будем вот так вот с вами выставлять. Так. Шарп дракон. Давай вот сюда его влепим. Еще один сюда. Это типа бонусный уровень, да, получается у нас? Ну давай. Сделаем с тобой вот такие вот. Я знаю, что этот гигант, если не ошибаюсь, ребята, он может уничтожать вот эти вот шипы на земле. Он их может уничтожать. Бить их, и они будут исчезать. Так, тихо, почему я не могу сюда бомбочку поставить? Подожди, а почему? Почему-то я вот здесь не могу. Могу вот здесь сзади, а спереди почему-то не получается. Странно очень. Так, давай выставляем сюда. Поставим с тобой кукурузу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Жарим, 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 друзья мои, жарим. Так, вот сюда поставим еще дракончика. И орешек. Орешек нам надо вот сюда влепить. Потому что если они полетят, да, они будут... Так, и вот здесь вот. Две лужайки с шипами. Вот сюда надо будет орех. Или мы можем с тобой вот так сделать. Тоже как вариант. Тоже как вариант. Так, скоро будет первая волна. На зомбаре идти. Так что, друзья мои. Ну смотри, вот здесь я не могу выставлять. Могу только сзади. Почему так интересно? Так, что мы можем с тобой сделать? Мы можем с тобой поставить орешек сюда. Кукурузочку вот на этот фланг. Давай дальше сюда. Так, спасибо еще за один листочек. Не зря тут эти листочки нам дают слишком много. Что-то будет здесь действительно серьезное. Но я видел, там будет большой огромный зомби с акулой в руках. Как бы нам не до шуток на самом деле. Вот и пиратики вышли, да? А зачем я сделал... Подожди, ребята, здесь ошибочка. Здесь нужен орех. Ё-моёшечки. Вот это вот. Давай, наверное, вот так сделаем. Блин, мне нужен орех, на самом деле. Воу-воу-воу-воу. Смотри, кто там вышел. Кто там бежит. Вот сюда мне нужен орех. И давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Так, мы его застанили. Давай еще разок. Пускай пока стоит и думает. Орех. Ой, орех, картошка. Дальше что у нас? Шипы мы сюда выставляем с тобой. А он, кстати, стоит, да? И урон не получает, потому что под ним нет шипов. Ё-моё, шипов нету под ним, понимаешь? Надо срочно шипы выставлять. Вот, вот теперь он получает урон. Давай, наверное, еще застанем сейчас. Вот так вот. Сюда поставим еще кукурузу. Ребят, сейчас будет еще одна волна зомби. Сейчас побегут. Сейчас побежит еще одна толпа. Ой, ты посмотри, что тут происходит, друзья. Ё-моёшечки. Что мы с тобой можем сделать? Мы можем с тобой применить это все дело вот на шипах. Применили или нет? Я что-то не могу понять, что мы там сделали. Ой, сколько у нас листочков-то, ребят, тут. Еще один такой, да хорош. Что, серьезно, что ли? Еще один, ребята, пират, он идет, гигантский. Давай мы с тобой возьмем рассаду. Видишь, он уничтожает. Он уничтожает эти шипы. Мы выставляем их обратно, естественно. Они должны наносить урон им. Я еще их немножко застаню. Вот так вот. Это, кстати, последние два зомби. Так что можно, в принципе, тратить все. Давай вот так вот сделаем. А что они стоят? И еще, да? Сейчас они очнутся. И еще станем. Так. Они стоят на шипах, поэтому еще получают дополнительный урон. Ну что, потратим с тобой последний, да? Ну ты посмотри, какие они крепкие, а. Я на них сколько потратил? Супер атак.
Они сейчас будут уничтожать вот эти вот шипы этими акулами, бомбить. Причем акулы, смотрите, ребята, с кистью в зубах. То есть они, вот смотри, еще мы его застанили. То есть они, видимо, поедали своих же зомбарей. Ну что же, новое достижение я получил, нечастое. 2500. Так, и мне достается пиратская пиньята. Ну, конечно, буду открывать. Конечно же, я буду открывать и смотреть, что мне здесь выпадет. Денежка, 100 золотых монет. Так, 3 стрел. Эти всего 3 карточки, да? А, нет, мы открываем с вами 3 стрела. Это хорошо. Кукурузка, 4 карточки. Это всего 7 получается, да? Еще нужно 3 где-то надыбать. И кукурузку мы с вами откроем. Фух. Так, что мы тут выполнили? Еще одну пиньету, да, зарабатываем? Отлично. Сколько монет? 500, ну 500 уже что-то. Так, 3 карточки на шарп дракона. Ух, чтобы получить второй левел, нужно 75 карточек. Так, и у нас шипастая лужайка. Ну, в принципе, друзья, неплохо. Так. Да, в принципе, неплохо. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, мы с вами на этой ноточке будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачки вам!